Состоялось открытие тематического фестиваля «Сделано в Приморье. Рыбные истории», приуроченного к Дню рыбака. Фестиваль «Сделано в Приморье» проходит уже в шестой раз. Пространство для самозанятых наших предпринимателей мы сделали во второй раз. И сейчас к Дню рыбака мы подготовили несколько специальных таких позиций. Да? То есть у нас здесь будет представлена выставка и продажа маринистов. Специальные мастер-классы будут проходить сегодня и все выходные. На морскую тематику можно будет сделать морские сувениры с детьми. Мастер-классы абсолютно бесплатные. А также в зоне ярмарки и фестиваля у нас представлена рыбная продукция. Площадка фестиваля состоит из трех зон. Первая – работы для производителей товаров, включая приморские – ягоды, сыры и молочную продукцию, чайные сборы и травы, таежные лакомства и многое другое. До конца августа мы находимся здесь, но потом уже определимся, у нас будут магазины, мы уже переедем в магазин, всем будем говорить свой адрес. А как вы оцениваете опыт участия? Много людей подходит? Да, наша рыбка пользуется успехом. Приходит, у нас уже повторно приходит, уже заказывают, делают заявочки по нашей рыбке. Вторая зона творческая, организована для самозанятых, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Все желающие, не только дети, но и взрослые тоже, могут прийти и выполнить интересную творческую работу. Такую работу, которую обычно мы редко когда можем сделать. А мастеров очень много. И большое разнообразие в выборе, в разных техниках, с разными материалами. На фестивале работает и гастрономическая зона «Влади Фуд Стрит». Ко Дню рыбака, который отмечают в этом году 11 июля, здесь вели специальное меню. Каждый ресторан представляет позиции из морских блюд, представлены специально вот к этому празднику. Тоже в течение трех дней можно будет попробовать специальные блюда на выходных. Проект проходит в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.